рассадах хвосты ушки синей мышки хорошо разрастается в условиях полной или частичной освещенности. Листья располагаются горизонтально. Это растение невысокое и достигает всего 16 см. Листочки маленькие. Их размер 8 на 8 см. Оттенок листва имеет сине-зеленый. В середине есть небольшие выемки, но края ровные. Сорт семян хвосты ушки синей мышки неприхотлив и морозоустойчив. Многолетник не укрывают на зиму. Взрослая рассада хвосты ушки синей мышки цветет с середины июля по первую декаду августа. Цветочки лавандового оттенка. Лепестки украшены тонкими фиолетовыми полосочками. Хвосты гибридные ушки синей мышки это травянистые высотой от 35 до 40 см. Цветет растение в месяц июль-август. Летом листва лучшая хвоста 2008 года. Сизая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.